тем больше пил муж днем. Однажды в Турции. Я сейчас врежу. Лен. Лен. Чего ты молчишь-то? Я сплю. Если ты спишь, тогда кто со мной разговаривает? Очень смешно. Лен, ну что, ну, в самом деле-то, что? Ты же сама сказала, главное, в самолете не бей, а потом, если хочешь, пожалуйста, что? Только ты пить не умеешь. Ну да, не умею. Вот я и учусь, что? А вчера ты, видимо, госэкзамены сдавал, да? Руку убери. Ну вот и поговорили, да? Ты что с тобой? Я с тобой разговариваю, ты молчишь, что? Конечно. Зачем с женой разговаривать? Два раза спросил, что случилось, она молчит, ну и ладно, ну и слава богу, да? Нужно вон, наконец-то в свой телефон уткнуться. Что нам с женой разговаривать? У нас же теперь пол самолета новых друзей. Отпуска не хватит с ними со всеми наговориться. А с женой-то нам что говорить? У нас же жена этот, обслуживающий персонал. Только и делаю, что хожу за ним, носки собираю по всему номеру. Ты бы их хотя бы в стирку кидал. Хожу за ним, собираю эти комочки. Дима, пойдем искупаемся в бассейне. Потом выпьем шампанского. Потом обольемся шампанским. Потом оближем друг друга. И снова в бассейн. Так ты что, уснул там, что ли? Нет. Слушай, это ты хотел поговорить? Мне-то надо или тебе? Я поговорить хотела, а что ты... Как старая бабка, собираю все подряд вообще, не знаю. А, ну отлично. Я еще и старая. Иди себе вон, молодую найди. Что ты начинаешь-то вообще, я не знаю? Что такого сделал вообще? Выпил, и что, подумаешь, выпил, что? Мужик работал целый год на этот отпуск вообще, и что? Ради тебя, между прочим. Угу. Ага. Хочешь за границу? Пожалуйста. Хочешь 4 звезды? Пожалуйста, all inclusive. На тебе, all inclusive. Подумаешь, выпил чуть-чуть. И что, я выпить не могу в отпуске, что ли? Сейчас тоже обиженку включу и все.
давай договоримся, что ты завтра пить не будешь, ладно? Не поняла. Ты что, я в отпуске вообще всех удовольствий должен лишиться, что ли, вообще? Ну, понятно. Мы сейчас о чем целый час-то говорили. Не будешь ты пить, потому что я это знаю. Мы вначале проспим до обеда, а я одна как дура с детьми на завтрак пойду. Вот Сидоровы. С утра всей семьей на завтрак, потом у них пробежка, потом на обед, после обеда на экскурсию, на дайвинг ходят. Ты не думаешь, что Сидоровы сейчас лежат так же в кровати? Он говорит свои: вот Петровы, вот люди, а! Умеют отдыхать! Когда хотят ложаться, когда хотят встают. Хотят в 7 утра ложаться, хотят в 7 вечера встают вообще. А мы как бараны в 7 утра бегаем на посмешище всего отеля, блин. На улице 40 градусов, жары, вы как заведенные по этим экскурсиям вообще. Пирамиды! Верблюды! Ну все! Ну хватит. Такой ты дурак, Петров, вообще. Вот за это и люблю тебя. Ничего. Чего? Может тогда? Может тогда? Я схожу в бар, а? Какой бар? Ну там на пляже бар, 50 грамм виски и все. Ну честно, ну что? Да ты ж... Ты почему себя так ведешь-то? Ну, я тут целый час разговаривал! Какие вы такая? Если мне отдых, я...